Сотрудниками Сиехинского участка филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе в межотопительный период были проведены работы по текущим и капитальным ремонтам. На сегодня заканчивают монтаж вертикального резервуара емкостью 1000 кубических метров для хранения топлива. Данные работы не зависят от начала отопительного периода. Работниками филиала очищены и промыты два резервуара для хранения подготовленной воды объемом 700 кубических метров. Также за летний период произвели замену трубопровода холодного водоснабжения общей протяженностью 230 метров. Заменили полиэтиленовой трубой в современной термоизоляции. Это наша не первая замена, мы имеем уже опыт. Это нам позволяет, меняя стальные трубы на полиэтиленовые, убрать вторичные загрязнения, тем самым улучшить качество воды. Кроме этого, заменили два ветхих участка теплоснабжения общей длиной 460 метров. Выполнили его в современной теплоизоляции. Помимо того, сотрудниками был проведен капитальный ремонт оборудования водозаборной станции первого подъема. Утеплили здание, повысили надежность. Также в помещении поставили современные насосы с частотным приводом. Кроме этого, была произведена чистка и промывка отопительных котлов. Также провели работы по капитальному ремонту двух понижающих трансформаторных подстанций. Тем самым мы улучшили энергоснабжение, и на будущее развитие у нас есть запас.